Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. И сплетший венец из терна возложили ему на голову и дали трость в десницу ему. И, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. Евангелие от Матфея. Весной 1863 года на очередной парижский салон не попали 2800 картин молодых художников. Это было просто зверство со стороны жюри, и вопль поднялся такой, что его услышал Наполеон III. Безо всякого предупреждения он явился во дворец промышленности прямо накануне открытия и потребовал, чтобы ему показали забракованные картины. Через два дня было опубликовано императорское решение. Все произведения, недопущенные на вернисаж, если только их не пожелают забрать сами авторы, будут открыты для общественного просмотра. 15 мая, это в первый день его работы, всего за несколько часов на салон отверженных было продано 7000 билетов. Любопытство публики привело к тому, что многие из официально признанных мэтров пожелали, чтобы на будущий год их работы тоже оказались отвергнутыми. Правда, скоро они утешились. Народ валил в наполеоновские дополнительные залы, как в комнату смеха. И самый громкий, оглушительный и несмолкающий хохот стоял возле купания Эдуара Мане. «Вообразите себе Гою, — писала пресса, — пропущенного через Мексику, одичавшего в пампасах, малюющего кошенилью вместо красок, и вы получите господина Мане. Его картины — это кошачий концерт на палитре». Император, когда перед ним расступилась толпа, клокочущая у холста Эдуара, обронил непристойность. Все. С этого мгновения завтрак на траве или купание становится символом всей выставки, жутким скандалом для одних, а для других – началом новой эры в живописи. Среди отвергнутых произведений 9/10 просто смешны. Полдюжины, самое большее, напоминают пыл прежних лет. Это, например, и прежде всего, три полотна господина Мане. Господин Мане обладает качествами, необходимыми для того, чтобы быть единодушно отвергнутым всеми жюри мира. Его пронзительный колорит режет глаз, подобно стальной пиле. Его персонажи смотрятся предельно четко во всей своей резкости, без малейшего намека на смягченность. Живопись эта напоминает терпкость зеленых фруктов, которым не дано созреть. Статья была не подписана, но среди художников мало кто мог не узнать стиль Эжена де Лакруа, который был единственным академиком, поддерживающим Эдуара. 13 августа его не стало, и отверженные сочли, что, сходя во гроб, старик заметил и благословил Мане. После панихиды Фонтен Латур объявил, что к следующему салону он будет готовить полотно в честь де Лакруа, на котором соберет вокруг почившего всех единомышленников. Мане станет на первом плане между Уистлером, чья девушка в белом разделила скандальные лавры с купанием, и Шарлем Бодлером. Сам Эдуар в память о великом бунтаре, который все последние годы расписывал храмы, и о своем недавно почившем отце решил написать «Воскресение Христово». А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Евангелие от Иоанна. «Это будет вариант сцены с Магдалиной у гроба Господня», – писал Мане другу и духовному наставнику родителей, аббату Юрелю. По его совету, пару лет назад
Он уже пытался нарисовать Христа, но что-то тогда не получилось. Теперь обстоятельства его жизни изменились, и возникла новая фантазия, в которой Эдуард представляет ангелами близких Господу женщин, Марию Магдалину и другую Марию, за мгновение до того, как он воскреснет и откроется их очам. 6 октября Бодлер пишет одному их общему знакомому. «Мане только что сообщил мне сверхнеожиданную новость. Сегодня вечером он уезжает в Голландию, откуда возвратится с женой. Ну, все же он достоин снисхождения, так как, по слухам, жена его красива, очень добра и, к тому же, превосходная музыкантша. Но столько достоинств в лице одной женской особы, не слишком ли это?» Избранницу Эдуара звали Сюзанной. На самом деле они были вместе уже 13 лет, но почти никто, даже из таких близких людей, как Бодлер, об этом не догадывался. И для такой конспирации были свои причины. Сюзанна Лейенхоф была дочерью церковного музыканта и сама прекрасно играла на фортепиано. По совету ференцелиста она приехала продолжать учебу в Париж. И очень скоро попала в дом родителей Мане в качестве учительницы его младших братьев. 19 января 1852 года у нее родился сын. Во избежание огласки решено было сделать так. Сюзанне приехала помогать мама, и когда малыш появился на свет, она объявила его своим. Но не в храме, конечно. Крестили Леона все же не как брата, а как сына Сюзанны, хотя и под вымышленной фамилией. А вот крестным отцом его был Мане. Мама Эдуара все знала, но отцу так и не решились ничего сообщить, поэтому венчание и стало возможным только через год после его смерти. Но к этому времени Леону было уже без малого 13 лет. Поэтому для всех он так и остался крестником и племянником Эдуара. «И взял он жену по имени Сюзанну, очень красивую и богобоязненную. Родители ее были праведные и научили дочь свою закону Моисееву». Книга пророка Даниила. Рембрандт был ее любимым художником. И Мане, чтобы сделать ей приятное, взял его купание Сюзанны и перенес с рек Вавилонских на берега Сены. Сюзанна для этой вариации послужила ему моделью и, вероятно, была не в восторге от его идеи показать, что получилось, широкому зрителю. Свадьба же была еще далеко. Тогда-то и появилось нашумевшее купание, которое у насмешников обратилось в завтрак на траве. Это было сродни актерскому мастерству, смене настроения. Современная Сюзанна, тут позировала уже другая натурщица, вовсе не кажется недотрогой и в обществе старцев вполне комфортно себя чувствует. В том же году, в Пандан, на таком же контрасте, Эдуард превращает невесту Тициана с собачкой, символом верности, в содержанку с гулящей кошкой и упаковочной лентой на шее. Бодлер умолял его отдать в салон 64-го именно ее. Но Мане больше не захотел скандала. В пару к воскресающему Господу он пишет эпизод боя быков. Другая смерть на глазах у жаждущих зрелищ. Пронзенное ребро, страшные параллели, страшные развлечения. Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою: он уповал на Господа, пусть избавит его. Многие тельцы обступили меня, точные юнцы окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. 21-й псалом Давида. При появлении зари.
1 мая едва открылись двери Дворца промышленности, как толпа ринулась в зал, где висели ангелы у гробницы Христа и бой быков. Мане снова не подкачал. По воспоминаниям, зрители задыхались, захлебывались от смеха и надрывали животы. Пробудившись, это один из комментариев, Тореадор видит на расстоянии 6 лье от себя быка, он бесстрашно поворачивается на бок и героически засыпает снова. Кажется, он легко мог бы раздавить крохотного бычка, изображенного на заднем плане каблуком. О, перспектива! По делам тому, кто тобою пренебрег. Мане, пишет другой журнал, видится нам художником с большим будущим, ищущим свою дорогу. Если кто-нибудь сумеет ему помочь ее найти, мы готовы заплатить 20 тысяч франков вознаграждения. Но самые страшные насмешки и оскорбления посыпались на изображение спасителя. Бодлер мог бы утешить Эдуара, но он сам, устав от французской публики и заняв у него 1500 франков, неделю назад сбежал в Бельгию. Никого рядом, с кем можно разделить провал. В отчаянии Мане хватается за случай и едет на море, в Шербур, где в эти дни как раз должна была разыграться баталия между корветом Северных Соединенных Штатов Америки и пиратским кораблем «Южан», у которого истекал срок, допустимый в международном порту стоянки. Эдуард, как бывший моряк, пробрался на лоцманское судно и рисовал бой с натуры. Там он немного успокоился, вернулся домой, хладнокровно уничтожил перочинным ножиком свою кориду и начал писать «Поругание Христа». Господи, не удали помощь Твою от меня. Избавь от оружия душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов смирение мое. Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников, ибо Господне есть Царство, и Он – Владыка над народами. Будут есть и поклоняться все тучные земли, преклонятся пред Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей. 21-й Псалом Давида. При появлении зари. В январе 65-го Мане исполнялось 33 года. И это был еще один серьезный аргумент в пользу того, чтобы выставить картину в салоне. Но был и контрдовод. Если верить рассказу Пьетро Аретино, Тициан свое поругание Христа преподнес императору Карлу вместе с урбинской красавицей. Это значит, что хорошо было бы с терновым венцом показать публике и Олимпию. А это опять вызов обществу. Но с другой стороны, да, это опять вызов обществу, плюющему, хотя и втайне, на все Божьи заповеди. Он даже показывал полотно Наполеону III, который сам, как всем было известно, имел актрису в любовницах и мог бы во дворец промышленности Олимпию не пустить. Но он пустил. И все равно Эдуард не мог принять решение. Помог Шарль. Пока его друг охотился за пиратами, он прочел фельетон, автор которого, без тени иронии, сравнивал путь Эдуара с дебютом Делакруа и называл его волшебником. Бодлер поспешил ответить критику, и его благодарственное письмо вдруг тоже было опубликовано. Господин Мане, которого принято считать ненормальным, сумасшедшим, на самом деле очень порядочный, очень простой человек, делающий все возможное, чтобы быть благоразумным, но, к несчастью, он с самого своего рождения предан романтизму. Так пишет поэт, и нам доставляет удовольствие повторить, что этот молодой художник – подлинный живописец. Куда более подлинный, чем вся та компания, которая получает
большие римские премии. Первого мая 1865 года, почти сразу после открытия вернисажа, Моне стал принимать поздравления. Какие дивные марины, какой пейзаж! Вы не зря убегали к морю. Какие марины, какой пейзаж! Моне пробирается в зал со своей буквы «М», а чтобы избегнуть лишних склок, с недавних пор картины развешивали по алфавиту, и видит две работы, подписанные каким-то неизвестным новичком Моне. «Откуда взялся этот нахал, — кипит Эдуард, — украсть мое имя, чтобы сорвать аплодисменты, когда в меня швыряют гнилыми яблоками?» Ну, а дальше было все то же самое, что и год, и два года тому назад, только хуже. «Как бы я хотел, чтобы вы были рядом, — пишет он Бодлеру. — Ругательства сыплются на меня градом. Еще никогда на мою долю не выпадало такого праздника. Я переживаю чувство собаки с привязанной к хвосту жестянкой. От этих криков можно оглохнуть. Но очевидно одно — кто-то здесь ошибается». Его в глаза называли свиньей, шарлатаном. Полотна халтуры отбросами и стремлением привлечь внимание любой ценой. Толпа ревела. Администрация была вынуждена выставить охранников, чтобы публика не повредила холсты. Но стражи сметали, так что Олимпию пришлось перенести в последний зал и повесить так высоко, как раньше никогда не вешали даже самые бездарные картины. В июне, еще надеясь на что-то, Эдуард решается еще раз заглянуть в салон, получает свою порцию яблок и снова спасается бегством в Булонь. Итак, я снова считаю необходимым поговорить с вами о вас. Необходимо показать вам, чего вы стоите. То, чего вы требуете, просто глупо. Над вами смеются, насмешки раздражают вас, к вам несправедливы. Вы думаете, что вы... первый человек, попавший в такое положение? Вы что, талантливее Шатобриана или Вагнера? А ведь над ними издевались ничуть не меньше. Но они от этого не умерли. И чтобы не пробуждать вас чрезмерной гордости, я скажу, что оба эти человека, каждый в своем роде, были примерами для подражания, да еще в плодоносную эпоху. Тогда как вы только первый посреди упадка искусства нашего времени. Надеюсь, вы не будете в претензии за бесцеремонность, которой я вам все это излагаю. Вам хорошо известна моя дружеская к вам привязанность. Шарль Бодлер. 11 мая 1865 года. И снова утешения не пропали зря. Моне возвращается в Париж и начинает готовиться к новому салону. Пик этой стойкости – придется у него на франко-прусскую войну, на которую он уйдет добровольцем. Но уже сейчас молодежь узнавала своего капитана. Вокруг Эдуара собрались Сезанн, Дега, Клод Моне и Ренуар. Последним двум он еще и деньги давал из своего не до конца истаившего наследства. Они часто вечеряли в кафе Гербуа, где их и прозвали «бандой Моне». Когда Фонтен Латур обнародовал свою мастерскую, и она завоевала медаль, газеты сразу дали ей второе название – «Божественная школа Моне». «Идите и живописуйте», – издевался один журналист. Но само по себе наблюдение было точным. Весной 66-го в эту атмосферу окунается никому пока неизвестный писатель Эмиль Золя. И очарованный командиром отверженных гениев начинает биться с фарисеями. Мы смеемся над господином Моне, а вот наши сыновья будут восхищаться его полотнами. Я настолько уверен, что Моне станет одним из наставников будущего, что, имея я состояние, я обделал бы великолепное дельце, скупив теперь же все его картины. Вам известно, какой эффект производят в салоне его полотна. Они просто проламывают стену. Возможно, над панегиристом будут так же смеяться, как смеялись над живописцем. Но наступит день, когда мы оба будем отомщены. Эмиль Золя. Подмога пришла вовремя. Этой же весной Бодлера разбил паралич.
Родные перевезли его в парижскую клинику, и отныне Эдуар ее завсегдаты. Сюзанна будет играть страдальцу его любимого Вагнера, Дега писать, как ее слушает муж. Поэт уже не мог говорить, но уходил с улыбкой. Когда его похоронили, Моне взялся еще раз написать «Христа с ангелами». Считается, что он хотел сделать гравюру, но деньги кончались, сами издатели не стали бы ее печатать. Так рисунок и остался зеркальным. Но ведь и то может быть, что эта акварель и задумана как зеркало для души. Изображение героизма или любви не идет ни в какое сравнение с изображением боли. Она составляет основу человечности. Она – ее поэма. Эдуар Моне. Зимой 1870 года Моне показал две новые работы. Критик Дюранти, завсегдатый собрание банды, но так часто ее ругающий, что он даже не попал в персонажа мастерской, написал в «Пари» журнале. Господин Моне выставил философа, попирающего ногами устричные раковины, и акварель, воспроизводящую его же Христа и ангелов. Союз художников заслуживает лучшего. Находясь среди экспонированных произведений, чувствуешь, будто они написаны не для того, чтобы доставить радость публике, а по какому-то принуждению, от которого хотели поскорее избавиться. Мелкий укус по сравнению с тем, что ему приходилось слышать раньше. Но Эдуар идет в кафе «Гербуа» и дает Дюранти пощечину. Утром 23 февраля они дерутся в Сен-Жерменском лесу на шпагах. Секундантом у Моне Эмиль Золя «Пари-журнал» выставил на поддержку своего автора троих редакторов. Оба дуэлянта, одинаково сведущие в боевом искусстве, размахивали оружием так ловко, что скоро его погнули. И слава богу, по этой причине рана, которую критик успел получить чуть выше груди, оказалась всего лишь царапиной. С появлением первой крови поединок был остановлен. Моне сразу захотел как-то утешить соперника и протянул ему свои новые ботинки, только что купленные специально для дуэли. И хотя они не налезали на ногу Дюранти, предложение о мире он принял. Наверное, тут было много всего, что называется, накопилось. И все же Моне готов был отдать жизнь, чтобы защитить от поругания не только себя. Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами. Евангелие от Марка.